Всем привет! Под Новый год Дедушка Мороз принес нам очень много релизов новых фреймворков. О них мы и поговорим. В частности, наши гости из Харькова расскажут о E2 и о куче микрофреймворков, в том числе о Silex. Алёша расскажет про Laravel. Да, я расскажу про новогодний подарок от Тейлора Отвелла, про Laravel 5, про его новые фичи и почему им все-таки стоит посмотреть на него. Приходите!